Сергей, добрый день. Расскажите, пожалуйста, с какой продукцией вы сегодня приехали на эту выставку? Мы, как производители, приехали на World Food 2019 с продукцией, которая производится нашим предприятием, компания «Русский мед», Воронежская область, город Росыш, крем-мед и медовые десерты, сделанные на основе натурального пчелиного меда. Расскажите, пожалуйста, какая у вас задача максимум на эту выставку? Задача, которую мы преследуем на данном мероприятии, это расширение нашего географического партнерства, расширение каналов сбыта не только по России, но и по всему миру. А какие страны рассматриваете в виде экспорта? Ну, в первую очередь, интересно, конечно, страны Азии и Тихоокеанского региона, страны Азии. И плюс также Ближний и Дальний Восток. Расскажите, пожалуйста, как вы реализуете вашу продукцию? Тяжело ли сейчас производителям попасть на прилавки крупных торговых ритейл-сетей? Свою продукцию мы реализуем через нашу собственную филиальную сеть, через наших партнеров и также через традиционную розницу. Но дело в том, что да, и задача номер два для нас – это заход на федеральный ритейл. Потому что сейчас зайти в федеральный ритейл довольно-таки проблематично из-за того, что, скажем так, очень много происходит недопониманий, несогласованности на данном рынке. Сейчас в тренде экологически чистые продукты. Как вы, занимаетесь ли вы экологически чистой продукцией? И если нет, то какие инновационные разработки в будущем сможете внедрить? Вся наша продукция, которая выходит из стен нашего предприятия, экологически чистая, проходит все необходимые экспертизы, в частности, то сырье, которое поступает в стены нашего предприятия, проходит ветеринарную экспертизу и, соответственно, наш внутренний контроль нашей лаборатории. Все сырье мы смело можем заявить, что это экопродукт. Сергей, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.